Hello! С вами вновь Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Вы слышите этот звук? Да, конечно. И вновь сегодня мы будем играть рок на баяне. Вы помните третий урок, который назывался «Ладогармонические вариации», где мы рассматривали подобные приемы и как это осуществляется. Сегодня мы будем расширять эту тему. Тема у нас называется «Игра в различных стилях». Что такое стиль? Стиль – это своего рода почерк, изюминка. Каждый стиль, каждое направление музыки имеет свою особенность. Это мы рассмотрим на примере композиции группы Metallica Unforgiven. Сейчас я это играю в оригинале. Тональность для минор. А для начала нам надо немножко разыграться. Вспоминаем уроки первый и четвертый. Итак, начали. Сейчас мы меняем характер фрагмента, и у нас получается такой залихватский, слегка небрежный фокстрот. Фокстрот. Лисий шаг. Итак, Metal Фокстрот. Фрагмент будет у нас немножко возвышенный. Metal вальс. На сегодня все. Но я с вами не прощаюсь. Пробуйте, выдумывайте, творите. Всех благ. С вами был Сергей Ковалев.